Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Вот так! Васёк! Если теперь воля вольная, все же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь. Помаши рукой! Машу с тобой на фото без тебя. Это Яру, если чё. Если порождает я. Так. Господа, мы должны похлопать. Тело, дайте мне тело. Иди сюда скорее. Огонь. А, мы поем LSP, и это типа, ну, как бы говно, но почему бы не спеть говно? Итак, песня в честь Рома Англичанина, типа, ты сдох, ну и ладно. Кто, что, кто? Не знаю, это трансляция. Голос не сорви, я сорвал голос. Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков курявый парад, и улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын. Буду я ему я просто тело, чтобы попалить. Нелепое тело, чтобы попалить. Не бы стать сигаретой, не развеяться пеплом по ветру. Или просто лучиком света, не сияет, кто, блядь, не верится в это. Ведь я просто тело, чтобы попалить. Тело, нелепое тело, чтобы попалить. Небо ракетой, улететь на другую планету. И не болит, перестану нам этой нелепое тело, что тупо болит. Когда-то я думал, все тело железное, кушал, кирел и курил, что хотел. Сейчас мы с братом ходим по лезвию, нам по поводу наших тел, что разлагается изнутри. Жизнь с этим так муторно, словом на ночь в интернете, в компьютерном клубе. То есть отекает от рук, помогаешь, шлакает и мучий стрим, который ты смотришь от сука и за маминой бабки. Ради них читаешь книжки, ради них пройдешь на сладки. Вроде бы
все и в порядке, но на похоронах бабкиной мамки очень давно его пело дно. Я просто тело такое же, девушка, духа болит. Тело, нелепое тело, что духа болит. Да, тут только плакать вообще. Пиздец, грустно. Рома Обещанин пошел нахрен. Тело, что тупо болит. Нелепое тело, что тупо болит. Небо стать сигаретой и развеется пекло планету. Или просто лучка света. Но блять, в этом место без тела. Тело, что тупо болит. Его потеряли, да, это рай. Это Максим? Какая Максим? А что? А кто Максим? Если Валерия Кипелова звали Максим. Фу, блять, нахуй. Ну вы поняли. Целых 10 зрителей. Передайте тут типа 10 зрителей. Привет, 10 зрителей! Как вам наше выступление? Ебать, я заложил с телом, но поебать, это ария! Ария, потерянный рай! Просто если это ария, все, пиздец. Короче, смотрите. И уже 9 человек. И уже 8. Что ты делаешь? Ой, да похуй на фокусировку. Главное, чтобы зарядка не упала. Небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды. Как бы они могут петь, а я могу пить. В этом вот суть. Ты засыпаешь, и ангел без летает. Ирина, спасибо. Я очень верю, что ты тоже очень клевая. Вот. Как бы все. Как у меня засыпай. Засыпай под пение, да. Блять, ебать, я бы сейчас слов знать, да еще. Небо кончается край. Ты найдешь потерянный рай. Ну, как бы, Жданову JPG, нехуй на море кататься, вот я вот так вот скажу. Может пройти сквозь земли, дыханием спящим. Как бы, вот эта вот трансляция, вот эта трансляция, охуеннейшая инфа на моего следующего оппонента. Так что слушай, мой следующий оппонент, пошел ты нахуй, ебаный пидор. Вот так вот. Ну, если что, ты понимаешь, что когда камера выключится, я тебя очень люблю, мы с тобой выпьем. Но пошел ты нахуй, ебаный злой голубь. Рот твой ебать. Вот. Как бы так. Рэп-перископ, респект. Я раньше пиздел на рэп-перископ. Рэп-перископ охуеннейшее сообщество на ютубе. Вот. Так что такие дела. Рэп-перископ, респект. Мой следующий оппонент пошел нахуй. Вот так вот. А я пою в караоке. Я пел Оксимирона. Я пел ЛСП. Я пел Скриптонита с Типестом. Мне вообще похуй. Вот так вот. Я пал на самое дно, так что поебать. Здравствуйте, администратор фан-сообщества в Инсте, команды Смокимо. Я очень тебя люблю. Я надеюсь, что вот этот кусочек... Не-не-не, рэп-перископ не петухи. Вот сейчас рэп-перископ заебись, парни. На самом-то деле. Либо тёлки, я хуй знает, кто это. Как отбатлил третий тур? Охуенно. Не, на самом деле, говно мне очень не понравилось. Что мой батл, ну, с моей стороны, что со стороны моего оппонента, ну, батл говно будет, но я, ну, типа, я мог бы сделать лучше в разы, но я сделал пиздато.
А раз я сделал пиздато, значит, я мог сделать лучше в разы. Охуенно. Расставил ладони, волю своей наполни. Это мои крышки, братаны, поют. Они тоже охуенные. И я тебя люблю. Маша, Маша, привет. Ты ускучаешь по мне? Бля. А. Передай привет всем чувакам. Бля, все. Моя, засыпай. Засыпай. Под пени, пени. Блядь, ну понятно, короче, под пени дождя. Хули нет. Все, ништяк. Ой. Ебать, умная речь, что ли, да? Или с тобой, прости. Мне кажется, следующим должен заиграть Оксимирон, да? Девушка рядом очень красивая, ты очень красивая. Это написала девушка. Вот этот чувак пел гимн России, когда мы сидели молча. Заебись. Охуенно. Дела заебись. Оксимирон любит порчи. Да, порчи. Девушка рядом очень красивая. Девушка? Нет, другой чувак. Спасибо. Окей. Но... А, да, да, если хотите ссылочку на эту очень красивую девушку, листайте две истории назад, и мы с ней пели. Что мы с тобой пели? Знаешь ли ты? Мы это, ламбаду пели. И ламбаду, да, мы пели с ней ламбаду, так что, типа, ну, все заебись. Третий комментарий. Девушка рядом очень красивая, но я не могу ничего поделать. Я хочу перемен! О, Виагре! Сейчас замутим. Сейчас Виагра запоет. Скажи ей, что она классная. Ты классная. Спасибо, ребята, спасибо. Вот такие вот дела. Я вас всех люблю. Вас всех любят, господа. Нас тоже любят. И Василий вас тоже любит. Нет, меня любят. Передай мне привет, плиз. Владислав 4ИК, нижний слэш ОО или 00. Привет тебе, брат. Две неравных половины говорят во мне. Я не знаю слов, так что похуй. Я буду пить пиво. Вот этому человеку завтра на работу, блядь. Поддержите его, братья. Да, всех 8 человек любят, но, скорее всего, 7. Потому что тебя нет, ха-ха-ха. Чего перемирия? А я прошу перемирия. Я трезвый, как стекло. Но есть время и стекло, вот я трезвый, как время. Хочешь, две неравных половины, скоро по мне, выбирать тебе любимый.
так. И я отправил Ирине нижний слэш 947 приглашение в совместный эфир, но она отклонила. И я такой, ебать грусть. А, водочки для Лёвы, для легкой походочки заебись. Тема, готов к батлу? Нет. А все, дальше я ответил. Воу-воу-воу! Что за... за... Я не знаю, что да, нет! Не-не-не, микрофон, я не мог закрыть, потому что микрофон вообще в другой стороне от моих рук. Звук говно, мне похуй. Оксимирон тоже говно, но я его люблю. И чё? Я, господа, господа, ой-ой-ой, господа, бам-бам-бам, а, не-не-не, я готов в эфир только с Ириной 947. Как бы, все, больше я не готов. Наша, я думаю. Опять Билан, да. Опять Билан, опять это эти плясать. Это моя любовь. Да. Это крутая песня. Хватит бухать, нет. Хватит отслонять прямые эфиры. Это была любовь. Тима Билан. Заказывали не мы, но мы пляшем. Нам похуй. Город во сне. Он остался со мной. Полки тишины, я на душе зимой. Я на душе зимой, я на душе зимой. Я на душе зимой, я не знаю печаль. Позвольте немного слез, ты скажешь, что между нами все было не сильно. Разборки на эту попу. Это была любовь. Была любовь. А, я думаю, палм-дропов хуй маменькин. И пошел он нахуй. Он пить вообще не умеет. Вы видели этого долбоеба? Он просто пьет и не закусывает. Таких как бы в жопу ебали на царской Руси. Ну вот, про Палмдорфа не ответил. Кирилл, пошел нахуй! Вот так. Я хочу, чтобы Red Periscope назвал это видео Сойер, тис на голубей, тис на Палмдропова, на миксера и на Летая. Потому что они самые главные петухи. Палмдроп от Микси Летай самые петухи. Вот серьезно. Больше петухов можно найти в деревне, где реально петухи ходят. А так все заебись. Жданова ЧПГ, ты охуенный. Если ты пьешь и не закусываешь, я тебя целую в щечку. Я надеюсь, что меня слышно на самом деле. Потому что мне похуй. А любовь. Вот вам красивая девушка танцует, как бы. Ну что? Я понимаю, что качество моей камеры, ну пиздец. Но Смокимо еще не готов подарить нам всем айфоны. Поэтому смотрите вот в таком качестве. Когда бухать будем? Когда приедешь в Питер, тогда сразу. Печаль, позвони немного слез. Ты скажешь, что между нами было не всерьез. Уйдет на сегодня боль, но завтра вернется вновь. Я знаю, что это... Ну, короче, вы поняли. ПМчик, блядь. Будь я тёлкой, я подался ПМу вообще. Ну, типа, я вот вижу, как бы, Брэд Питта, Джонни Деппа и ПМу. Я такой, пошли нахуй, пиндосы, я выбираю Влада. И все. ПМ, я не знаю, кто лучше ПМ в жизни. Только Антон Сабе. И то, потому что у него слишком много бороды. Как бы не было бы бороды, пошел бы нахуй Антон Забе. Но, Антон Забе, прости меня, пожалуйста, я не имел в виду, что ты идешь нахуй. Я имел в виду, что ты идешь нахуй без бороды. Все просто.
После двух поражений я взял свои руки в руки и сделал такие руки, что пиздец. Я живу в России, и этого достаточно, потому что я перемещаюсь прям пиздец, как самолет между городами. Твоим пением можно убивать, я тоже отпишусь от тебя в Твиттере. Ален, скажи пару слов для моих фанатов. Или хейтеры. Ну, вот так вот. Ой, круг, нет, спасибо. Круга я не буду петь. Господа, я вон вижу мою кружку пива, которую мне только что принесли. Василий. Бам. Охуенно. Блэк, ты тоже хочешь пива? Роман. Бам. Охуенно. Устает остыть, да я, холодная весна, пустяк. Ой, если, ну короче, смотрите, такая дилемма. Либо мы поем сейчас Оксимирона, где нас нет, либо мы поем сейчас Скриптонита Ламбаду. А, я жду в комментариях хотя бы два отклика. Ну, типа, хоть что-нибудь, напишите, что вам петь. Бить Боби или Пем, бить брови. Потому что Пем мастер. Там слог мастера, как бы все дела. Ну, просто смотрите, Пем это слог мастера, а Вити Боби болит за свою пиздатую команду, где Enrage охуенный, Сойер охуенный, ну и так далее. Вот. Но вообще мы собираемся либо... Не, смотри, сейчас все будут голосовать за Оксимирона. Я не хочу петь за Оксимирона. Вот в чем суть. Вот, видишь, где нас нет. Вот, вы... Блядь, ладно, Оксимирон, хорошо. Придется петь Оксимирона, чтобы дать моему следующему оппоненту еще хотя бы какой-то инфы. Пошел нахуй, пидор. Вот так вот. Тогда напиши на вот этой про масляные бумажки. Скрип уже был, ты как Оксимирон тоже уже был, вот в чем суть. Где нас нет, Оксимирон? Пиши по-русски. Пацанский флекс, я не знаю. Я не уверен, что в этом караоке есть слава КПСС, так что я бы обязательно спел «Я мечтаю», но типа... Майлз, держись, вот, охуенно, вот, Владиславчик, охуенный парень, шарит. Чемок тебе в щечку, брат. Короче, суть в том, что ты должна отнести вот это сюда, а я сижу в столе, подпишись, блядь. Я обязательно сохраню прямой эфир, потому что я пошел в туалет, чтобы с вами поболтать и сходить в туалет. Вот. Но суть-то в чем? Как бы, смотрите. Я вам сниму свою ногу, потому что нога тоже заебись. Но суть в чем? Сейчас играет какой-то снег. То ли Стас... Нет, Круга, Михаил Круг. Чтоб тебе, блядь, могила была квадратом. Но похуй. Вот. Так в чем суть? Мы сейчас поем «Оксимирона, где нас нет», точно. И, ну, мой следующий оппонент может сказать, типа, ты, блядь, спел моего ментора. И я такой, да пошел ты нахуй, ты же не пел моего ментора. И все. Потому что спеть «Оксимирона» может любой. Но вот спеть «Смоки Мо» может только истинный, блядь, ценитель, нахуй, русского рэпа, блядь. Вот когда вот за русский рэп пиздили, никто, блядь, из этих голубков, кроме Пиема, быть может, никто нихуя не слушал, блядь, русский рэп. Вот 2011 год, я помню, типа, я шел в школу, слушал русский рэп. Меня чуть ли не отпиздили. Меня чуть ли рюкзак, сука, не отняли и не отпиздили. Как вам мусорка? Бля, вот это, короче, аморальный контент. Ну, суть-то в чем?
Блять, прямой пример приостановлен. Господа, вы здесь? Найдите меня. Вы здесь? Так вот. Смоки мой, петь может, типа, только истинный эстет. Когда за русский рэп пиздили. Меня за русский рэп? Ну, хотели отпиздить, но я отпиздил, сука, за русский рэп. И это очень смешно. Но это суть реально. Я был в 11 классе, и я пиздил чувака из 8 класса, потому что он сказал, что рэп говно. Я такой, в смысле, ты говно. Он сказал, нет, и я говорю, да. И мы попиздились, и я его отпиздил. Ну, такая вот суть. Никита, если ты меня слушаешь, респект тебе, братан. Сорян за то, что я тебя отпиздил. Ну, точнее, как отпиздил? Один удар ничего не решает. Я согласен. Так вот, мы сейчас идем петь «Оксимирона, где нас нет». «Оксимирона, где нас нет». Их только, блядь, сука, ебаный оппонент. Попробуй спизди, что я пел «Оксимирона». Я нахуй похороню тебя в фактах. Я просто убью тебя, нахуй. Я уже убил одного, нахуй, такими фактами, что просто пиздец. Что тебе такое пиздец, если ты заикнешься о том, что я пел в этом караоке «Оксимирона»? Просто пизда тебе, я тебя убью. Я не оставлю камня на камне. Обычно камень на камне – это заебись. Когда вот камень – это башенка. Я нихуя даже камня на камне не оставлю. Вот в чем суть. Версус или слово? Сейчас версус. Раньше было слово, естественно. Раньше было слово, теперь РБЛ, как говорил Влад. Оставляя лишь пламя и пепел, обжигая тебя. Ирина, я буду пить столько, что прям, ну, пока у меня деньги не кончатся. Типа, сейчас будет, да, напополам будет. Мы будем видеть ее, ну, как в скайпе, типа, да. Она точно его не подписала. Так она уже отклонила, вот в чем все. Так, сейчас будет кто-то петь песни. Я так понял, что не я. До скорой встречи! Ой! Я иду на сцену, господа, снимать этих чуваков. Да, мы будем смотреть, как они танцуют. Бля, Владиславчик, ты, конечно, пиздатый, но в эфир я тебя не позову, потому что ты мальчик, а я зову в эфир девочек. Это типа, ну, как бы, я же в России, и типа, ну, ты понимаешь, что девушки у нас ничего не, ну, не весят в плане веса. Опа, какая погромочка. До скорой встречи, моя любовь, тебе не встречу, до скорой встречи, до скорой встречи. У меня есть уже охуенный текст, и он просто бомба. Смотрите, у меня очень хуевая камера, и чтобы у меня была заебись камера, мне нужен iPhone. Хотя бы семерка. Так что я прошу своих зрителей я прошу своих зрителей надонатить мне на iPhone. Это на 7-й я сегодня смотрел, сколько там, 40 тысяч, даже может 45, но не больше. Вот. Так что, пожалуйста, кидайте деньги мне на карту, и я куплю себе iPhone, и будут охуительные просто, блядь, трансляции. Браги бесит одного вас. Браги, блядь, нахуй, браги. Это такой пиздец, я даже не знаю, как сказать. Ну, типа, вот вы, ну, блядь.
Я даже не знаю, как пример привести. Но вот мы играли в «Мафию 2», там был Джо. Так вот, браки — это как 10 Джо. Вот так вот я тебе скажу. Тебе, зритель. Рэй Перископ, пожалуйста, выложи тебя. Ну, не тебя, в смысле тебя. Вот я долбоёб. И говорю, Рэй Перископ, выложи вот это видео, потому что это так охуительно. Мы все пляшем, вот видите, все машут, все, ну, все танцуют. Нахуй русский рэп. Нахуй батл-рэп, Оксимирон, соси хуй. Смоки, подожди. Вот, ну, Саня Ресторатор, ты лучший. Ну, дайте просто, мы попоем нормальные песенки. Русский рэп так заебал, что просто пизда. Прошло, блядь, 3 круга батлов, я в ахуе. Это был, ну, не то чтобы спойлер, это была тема для моего следующего оппонента, который пойдет нахуй. Вот. Рэдо или Бамблбизи? Конечно же, Бамблбизи. Тут даже очень глупо сравнивать. Бамблбизи — пиздатый чувак, шмель, охуенно. Рэдо, ну, типа, я бы лучше обладает послушал, чем Рэдо. До скорой встречи! До скорой встречи! До скорой встречи! До скорой встречи! Моя любовь тебе навечно! До скорой встречи! Нахуй, кто проголосует за Рэдо, в черный список добавлю, вот так вот. Ебать, у меня уже стрим полчаса идет, насколько я понимаю. Так что я думаю свернуться. Рэд Перископ, если ты меня слышишь, посмотри вот этот видос и типа соедини его с другим видосом, потому что я в рот ебал снимать эфир на час, я лучше сниму 3 эфира на полчаса. Вот так вот, я бизнесмен, я работаю в офисе, я знаю, как делать пиши. Рики М, блядь, Гена охуенный. Я слушал Рики М до того, как он был на Версусе. То есть это было до 2014 года, наверное. Ну, типа да, Рики М охуительный чувак. Ну, типа, я могу сказать, что он пидорас, потому что он проголосовал против меня, но я не буду этого говорить, потому что Рике... Куда? Обмани, но останься, вон Виагра. А, так, нам говорят, что Оксимирон подвинули, потому что Оксимирон лох! Вот, и все нормально. И сейчас вместо Оксимирона играть Виагра. Но суть в том, что Рике, блядь, Гена охуительно. Я слушал его каждый альбом, кроме Флешпоинта. Я еще до сих пор, сука, прошел месяц, но я не слушал Flashpoint. Ну, поебать. Потому что я знаю, что я послушаю Flashpoint через месяц, и я скажу, Гена, ты гений. Сюда. Я вот так вот еще. Еще не пожалел, что он в Flashpoint попал. Блядь. Ну, типа, а хули тут жалеть? Мне просто на голову сыпется хайп. Просто так. У меня было 100 подписчиков, сейчас 1100. А я ничего вообще для этого не сделал. Мне поебать вообще на всех. Это, ну, типа, вот, как бы, звездочка, сарказм, звездочка. Ну, понимаете, да? Ну, я мне в рот ебать, как бы. Ну, не мне в рот ебать, а вообще рот ебать. Как бы, ну, поебать. Я, как бы, кто-то сказал, нет, он пизданул. Ну, как бы, похуй. Смотрите, какой лучший пианино пиздатый. Смотрите, какие наклейки. Против меня все голосовали. А, что ты имеешь в виду? Я немножко пьяный, я не понимаю, что значит против меня все голосовали. Как тебе АО? АО охуенный, но последний батл хуйня ебаная, потому что не подготовился. Петух. Но, ну, в смысле, петух, петух, потому что он петуха. Петух, который не подготовился. Вот так вот. Ну, я думаю, братишка АО меня поймет. Вот. Не, АО обожаю. Я смотрел его, не помню, на какой лиге. Я не помню, на каком РБЛ я был. Знаешь, слез моих не увидишь, не срастется в байке сломлась. И меня покидала, никогда не раскайся, и навеки прощайся в нас. Обмани, но останься. Короче, про АО. Я на каком-то... Стой, что это было? Полуфинал? Нет,
на четвертьфинале я был, ну, на батле АО, и он так охуенно разъебал, я думаю, ебать, АО, ты бог. Вот, я думаю, сейчас так же, потому что я не смотрел его батл, с кем он батлил, с Сотниковым. Потому что я не ебанутый, который смотрит все батлы. Вот, я отдыхаю со своими друзьями, с девушкой, с родителями. Мне абсолютно похуй на батл рэп в данный момент. Вот, но я не перестал утверждать, что АО охуенный. Типик Сенс охуенный. Я не зря вчера выложил фотку Типик Сенс в Твиттер. Потому что, ну... Типа, если ставить Оксимирона против Типа, я ставлю на Типа. Если ставить Пьема против Типа, я ставлю на Типа. Если ставить Типа на кто-нибудь, хуй знает. Ну, скорее, 60 на 40 за Типа. Вот, я не знаю, кто пишет Типа сейчас. Возможно, это Пьем, либо Гнойный, если Гнойный сделает прям... как раньше, как вот, ну, время слова Феста против Манграда, или слово СПБ против, ну, типа, когда он развивался по темпу, типа, схему батл. Я нахуй забыл, ноунейм, или помню его просто, никнейм на тот момент, вот. Ну, типа, если Гнойный, я понимаю, что этого не будет, но если Гнойный вернется именно как батл-рэпер, которого мы все знаем, Гнойный может разъебать многих, и Пиэма, и Дипэк Сенса, если подготовиться. Тут уже стоит, типа, у них уровень один, я думаю, у Дипэк Сенса, у Пиэма, у Гнойного, у кого? У Забэ, наверное, у Забэ. Вот. Какое тело? Так, мне говорят, что здесь опять играет... Да не-не-не, пусть тело играет! Нормально, мы опять играем тело! А, тогда похуй. Там сказали, что сейчас играет тело, но мы такие, мы уже пели тело. И они говорят, это не наше тело, мы такие, да как нехуй. Ну, если сейчас играет наше тело, я так и заору, как тварь. А ты на РБЛ заявку не делал? Конечно же нет, летай спиздел. По-моему, ты летай пиздел. Да, летай пиздел. Идите сюда, я буду мой! Опять играет ЛСП, мы уже пели ЛСП! Вы точно знаете текст? Серьезно? Блин, ну ладно, похуй. Короче, господа, опять ЛСП тело как бы... Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад и улыбаться, смеяться. Нерожденный мой сын, утро и ура. Меня попросили потише, это был окей. Но я просто тело, что дуба болит. Тело, нелепое тело, что дуба болит. Мне бы стать сигаретой и развеяться пепла по ветру, или просто лучиком света и сияет, но, блядь, мы хотели метляк открывать. Тело, нелепое тело, что дуба болит. Конечно. Ты перестала болеть, я пойду, бля. Когда-то я думал, что тело железное, кушал перелы, курил, что хотел. Сейчас мы, брат, ходим по лезвию на поводу наших тел. А, сейчас 6. Блядь. Мы танцуем, ведь на маминой банке, ради них читаешь книги, ради них кладешь накладки. Вроде бы все и в порядке, но на похоронной бабке в манке. Мой дурной, я просто тело такое же тело, что думал войти. Я такое тело, что думал войти. Это стать сигаретой, и развеять себе по полету, и просто
Ну напиши еще раз, потому что там еще. Давай напишем еще раз. Конечно, могу, но я могу и написать. Ой. Роман, ты как, спать ты хочешь? Нет? Пьем? Как говорится, пьем. А Роме завтра на работу. Да, конечно, Роме на работу. Главное, нам-то нет, а Роме да. А Вася уволился. А Вася уволился. Лицо человека, когда-то уволился. Вот так вот, типа, первый день это уже спил. Алена в отпуске, а потом увольняется. Поэтому мы пьем. Нахуй работу. Нахуй работу, господа. Это гигантская. Чудесно. Это корж. Серьезно? Ёбаный, я вспомнил про коржа. Привет, 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 привет. Это Василий, смотрите. Он жесткий чувак. Если ты его что не так спизаешь, он ёбнет. Смех топ. А смех заебись. Вот так вот. Это Алена. Она еще лучше, чем Василий. Потому что она женщина. Вот. Это Роман, ему вообще хуёво ему на работу. А типа, она... Газгольдер вверх. Господи, что за лохи. Смотри, Люба 228 пишет, да, типа 228 пишет, что за лохи. Ладно. Мы же в Саратове, как бы. Алло. Сколько время? 00:12. А, час 12. Я просто часы пошел. Больше все снимают, потому что... Ну, что за часы у тебя? Эппловские? Крутяк. Да, в смысле, блядь, вырезаем это, поют. Эппловские? Крутяк. Короче, время если полвторого, то мы полюбазим. От трезвой жизни еще больше подрывает черта. Станет день, и тот путь помнят тогда. Настанет день, и пусть вам выполнит мир. Подарок,
том, что эфир сейчас прервется. Вот я получу новый эфир. И тот, кто не петух, придет на этот эфир. Я вот так вот скажу. А тот, кто петух, уйдет с этого эфира. Вот так вот. У меня трясутся руки, потому что я алкоголик. Это алкоголик. Ну вы поняли, да? Name. А как это не смысл? Нет, не name dropping, а wordplay, palm dropping. Блять, если сейчас Ирина 947 не присоединится ко мне в эфир, я отправлю в черный список, блять, пожизненно. Нахуй. А теперь мы делаем так. Это мои братики поют сейчас. Ты не можешь в эфир, ты идешь в ЧС нахуй, пожизненно. Ирина отговорила. Окей, я запомнил. Господи, какая же это охуительная инфа моему оппоненту. Слышишь, мой оппонент? Если ты это слышишь, то ты пошел нахуй, ты ебаный пидор! Ха-ха! Ну это охуенно для тебя, братан. Если ты правильно воспользуешься, я даже не буду оспаривать в эфире, что ты выиграл. Типа, а так я буду говорить, типа, пошел ты нахуй, я выиграл. Потому что за Б сказал, что выиграл я. Раз говорит за Б, то выигрываю я. Вот так вот. А чему они так мерзко поют? Может, какие-то петухи? А показали цвет настроения синий? Ничего страшного. Сейчас отдохнем, поем и поем. Оказывается, мы заказали цвет настроения синий. Но я этого не знал. Не, это охуенно, но мне похуй. У Олега целых два подписчика. Ребятки, я вас всех люблю, пожалуйста, если хочешь пить. Ты пой! Никто говорит, меня не пить. Ты просто микрофон пой! Если бы я мог. Почему ледушки? Я сказал. Последний. Ты алкаш? Я продаж. Вот так вот. Мамку Палдропова. Продам мамку Палдропова за 10 шекелей. 10 шекелей мамка Палдропова. А, почему-то уже второй человек отклоняет прямой эфир, и я такой, типа, да, видимо, дело во мне. Смотри, делаем так. Потом делаем так.
Потом делаем так. Ну, типа, не знаю. Это, ну, на 99% мой этот факт. Единственное, это то, что я его постарше немножко, а так все. Ну, по это похуй. Она, типа, моя дочь. Смотрите, этот текст неведомый нам песни. Время час 18 по московскому. То есть это 2:18 сразу. Я хочу на набережную. Я пойду на набережную, не похуй. Не-не-не, сейчас там темно. Все, я пойду один на набережную. Это же охуенно. Итак, это следственный эксперимент. Заходи вот сюда. Господа, мы переходим на другой аккаунт. Сия, нижний слэш, что? Сноудроп. Сия, нижний слэш, сноудроп. Если вы не найдете, вы петухи ебаные. Я вышел свой.